Каждый житель Ярославской области может предложить свою стратегию развития родного края. Напомню, глава региона Дмитрий Миронов призвал областное правительство разработать программу комплексного социально-экономического развития Ярославской области с учетом конструктивных предложений от населения. Сбор и обработка информации от жителей поручена общественной палате. Предложить свою программу успешного развития родного края можно в течение всего декабря. Адреса и время работы приемных уточняйте на официальном сайте мэрии Ярославля. Мы благодарны ярославцам, которые сегодня ждут с предложениями, что очень важно, я хотел бы это отметить, что это не только критические замечания, предложения по тем или иным недостаткам, но и конкретные пожелания, как те или иные проблемы решить. Принимаясь в любой форме, можно письменной, можно в устной, мы в любом случае берем любое, все предложения на карандаш.